Сегодня уже миллионы людей используют электронные услуги, потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, зарегистрировать транспортное средство, а также получить лицензию на приобретение травматического, охотничьего и спортивного оружия, справки о наличии судимости, о реабилитации жертв политических репрессий. Госуслуги МВД в электронном виде – это быстро и удобно.